Значит, я, как видите, центр города Бендеры. Видите, вот такая вот большая куча веток. Это вот у нас тут недавно был такое стихийное бедствие. Снегопад. И вот стволы забрали люди себе. И оставили вот ветки. Прям вот здесь, в центре города Бендеры. Вот такая вот картинка. Мне вот сказали, чтобы я пришел обязательно вот к Бендеры 1 на площади. Это у нас улица Академика Федорова. И я обязательно вот сейчас я подойду, тут у нас три квартала осталось, и я буду там, на ней. Ну, что еще самое интересное? Вот такой вот... так вот, тут немножечко деревья порезали. Вот они вот смотрят как раз вот в сторону улицы Лозо. Ну вот, в общем, так. Так вот потихонечку мы... Наверное, скоро будем вообще без деревьев. Хотя они, естественно, отрастут. Видать, они были поломаны во время вот этого вот урагана, который произошел в городе. Ну, что ж, идемте с вами на территорию Бендеры 1. Посмотрим, как там.